Привет всем! Это видео будет посвящено вот такому прекрасному минералу Мореон. Я хочу рассказать о том, о своем личном опыте с этим минералом, с этим прекрасным высоковибрационным камнем. Это видео будет полезно тем, кто хочет больше узнать о Мореоне, о его силе, что он может и способен сделать, и что он не способен делать, и ни в коем случае не будет делать. Итак, приступим. В моей жизни произошла ситуация, когда я захотела Мореон. Я его боялась, потому что читала очень много статей о том, какое действие он оказывает. Но случилось так, что один камень протянулся ко мне. И я, посмотрев на него, поняла, что если бы он был свободен, я бы его себе купила. На самом деле он у меня дома. Это другой Мореончик. Я тоже люблю, да? И он с Аризоны. Это особенные камни и проникли. Тоже расскажу. И вот произошло так, что тот образец освободился. И во мне произошло такое состояние. Что мне делать? По тому, что он для меня было как бы написано, он мне подходил, этот камень. И могу ли я его себе взять? На самом деле он меня притягивал так, что я не могла себе отказать в этом желании или в этой потребности его приобрести. И я хочу сказать, что этот камень на самом деле, вот он черного цвета, он не пропускает солнечные лучи. И, как правило, его ассоциируют с тем, что он является помощником в черной магии, да, что это сильный камень, и что он как бы ценный, является очень ценным в этих практиках колдовских. Вот. И на самом деле я решила переступить через все эти знания, все то, что написано, и то, что мне совсем не подходит этот камень, да, я решила его приобрести. Конечно, я уже была знакома с тем, что у меня камни, как бы я вот входила во взаимодействие с камнями, у меня уже была кристальная друза, да, друза горного хрусталя. У меня был лемурийский сросток, да, вот, и он у меня здесь, я тоже о нем хочу рассказать. И кое-какие другие камни, и я входила с ними в контакт. Как же это происходит на самом деле? Вот. Когда вас притягивает какой-то камень, и вы понимаете, что он вам очень понравился, и что, в принципе, вы, наверное, не то чтобы жить без него не сможете, но вот это то, что вам нужно, то, что вам очень понравилось, то, что вам хочется очень иметь, и эти мысли не проходят на протяжении, скажем, полдня, дня, там, может быть, недели, я не знаю. Этот камушек, он будет вас притягивать к себе. Почему? Потому что на самом деле все эти минералы в свое время были созданы для того, чтобы приходить во взаимодействие с теми импульсами или заложенными кодами в нас лично. Они заложены здесь на энергетической основе, да, они испускают это живые существа. Даже те из вас, кто в это не верит, но придет время, когда вы с этим столкнетесь. Это может быть в этой жизни, это может быть в другом воплощении, вы все равно вы к этому подойдете. Вот, те из вас, которые уже видят камня живых существ, те, которые могут работать на энергетическом уровне, это видео для вас. И то, что камень не будет вас оставлять, да, в покое. Почему? Потому что именно этот камушек вам нужен. Именно этот камушек вам что-то поможет понять или активировать, или принести какую-то весть, или принести какое-то видение, или вы будете взаимодействовать, что не первый раз я это вижу, вдвоем, принося пользу друг другу. И что мне принес Мореон? Первое. То, с чем я столкнулась, это то, что камень, он имеет такую как магнетическую силу, да? Что-то с тобой происходит, как вспышка какая-то, что ты как оживаешь, да, что радость повышенная происходит, выброс такого как бы активного действия, что вот этот камень тебе нужен, и ты как пробуждаешься, как включаешься, да, вот. И на расстоянии, работая с камнями по фотографиям, вы знаете, я честно скажу вам так, я никогда себе не позволяла работать с камнями, которые
принадлежат другим людям. Почему? Потому что энергетическое воровство или перезапуск, или как бы наложение программы вот вашего, да, желания или намерения, или чего-то там, практики какой-то, да, как бы вот, ты должен это сделать, мне это надо, я хочу, ты должен быть со мной. Все это на самом деле с камнями не работает. Вы не сможете никогда у камня забрать его силу и его энергию, как бы это ни казалось. Воровство будет вам возвращаться воровством энергетическим, то, что будут у вас что-то красть. И это не будет как бы с первого раза происходить, да? Это всегда, как правило, когда уже входит у вас в привычку. На первых порах вас Вселенная будет устанавливать от воровства как такового, да? Даже на энергетическом или духовном уровне. Поэтому я точно так же вам говорю, что нет смысла чего-то желать, чего-то хотеть, если этот камушек не принадлежит вам. Все равно он с вами не будет ходить во взаимодействие. Максимум, на что он будет ходить во взаимодействие, на то, чтобы активировать ваше прошлое, ваше прошлое воплощение, активировать вас, зарядить желанием жить и быть таким существом, которое сможет в своей жизни принести много добра, пользы, да? И это правда. Так вот, значит, камушек этот просто меня оживил. Он хотел быть у меня дома. Для меня это было большой радостью, что не только я это чувствовала, но и когда он пришел в мой дом, да, это, ну, как сказать, я это почувствовала очень сильную. Силу его, да, сильную активацию, то, что со мной происходило. На тот момент, это был прошлый год, в апреле, да, когда я приобрела первый свой Марион, мне открылось то, что эти камни вообще не работают черной магией. Представляете? Да, именно такое и открылось. Это было целое послание от Мариона. Я его выставила у себя на стене ВКонтакте, да, и могу сейчас то же самое проговорить, что все то, что делают люди, используя камень Мариона, они делают, и все то, что происходит и совершается, это происходит помощь духа, который работает лично с вами. Если это слушают видео, колдуны, колдуни, ведьми, именно те, которые пользуются вот ритуалами и черной магией, да, и все то, что способствует принуждению и манипуляции другого существа. Вот, что камень в этом случае, он просто отключается. Хотите верьте, хотите не верьте, это ваше право. Вот. Я же об этом смело заявляю, что камень вас не будет слушать и невозможно управлять. Земля так создала эти минералы, и не только Земля, но и как бы, те, кто создавал все это. Это создано для пользы, для того, чтобы активировать нас как богоподобных существ, в которых заложено богатое наследие, в которые заложена активация сверхспособностей, воспоминания прошлых жизней и так далее, и так далее. Все то, что я говорила, да, то, чтобы вас пробудить на работу света. У каждого свой потенциал и свое предназначение, но только все во благо и на пользу Вселенной, лично вам и всем существам, которые находятся вокруг вас. Такой приобретает опыт сами камни взаимодействия именно таким положительным образом. Они для себя, во-первых, они являются такими, скажем, активаторами, да, или магнитами, которые точно так же взаимодействуют с вами и записывают в свою память, как люди реагируют на них, что не все люди реагируют одинаковым образом, и не на всех одинаково камни воздействуют, на всех они воздействуют по-разному. Вот. Поэтому это записывается в их опыт. Они также записывают то, что произошло с вами и как вы повзаимодействовали с ним. Да, и все это передается, между ними существует, и между Землей Гая существует связь. Все это происходит на энергетическом уровне, когда вот такой вот камушек Марион, вот такой вот шарик Марион, он передаст эту информацию и в космос вверх, и в Землю вниз, потому что это ценнейшая информация взаимодействия камней и людей. Итак, я хочу сказать вам смело о том, что если вы чувствуете и хотите купить Марион, и вас он притягивает, не бойтесь этого камня, он не причинит вам никакого вреда. Вы знаете, как можно чистить камни, об этом все говорят, да? И это я подтвердила и узнала, как бы, да, через Наталью Остачу, уже когда я с ней общалась, прекраснейший человек, что камни можно чистить
соли. Камни чистить можно, выставляя на солнце или моя в воде. У меня какие-то моменты происходили интуитивно, какие-то я вот читала, и что-то пробуждалось, активировалось. Но я хочу сказать так, что вот этот вот камень, он принесет вам пользу, Марион. Потому что он вас просто активирует, он внутри вас повернет и соединит все те цепочки некоторых, скажем там, ну, в ДНК, которые поспособствуют тому, чтобы вы стали активны, чтобы вы стали задумываться о каких-то своих духовных качествах, о своей душе, о том, что вам нужно продвигаться вперед, и вы не можете терять здесь время на что-то пустое, да, или просто на жизнь и эти заботы. Вот. Он вас просто поможет вам посмотреть тоже на жизнь с другой стороны, что существует мир, что существует Земля, и они активны. Они также посылают эти импульсы, и эти импульсы они делают свою работу. Дорогие мои, покупайте этот камень, не бойтесь, что он в вашей жизни что-то разрушит и причинит вам боль. Ничего этого не произойдет. Почему? Потому что вот эти камушки, вот марионы, они так сильно связаны с землей, Мать Земля никогда вам не причинит зла, поверьте мне. Если вы даже вот на том уровне, когда вы понимаете, что вы причиняли зло, и сейчас уже больше не хотите причинять, даже с такими людьми работать. Это такие же ценные существа, как и просто те люди, которые живут на основе добра, делать добро, понимаете? Поэтому я считаю, вот этот камень бесценный. Если вы хотите изменить свою жизнь, он вам откроет этот, как бы, новые двери, увидеть себя со стороны, попробовать себя с другой стороны, да, почувствовать эту силу, прилив сил, что она есть, эта сила, она пришла, эта сила, почувствовать взаимодействие с миром минералов и самой землей. Дорогие мои, я очень рада, что я могу поделиться этой информацией. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями и приходите ко мне на канал слушать и размышлять. Может быть, что-то для себя взять и поступать так же, как поступаю я. Я точно так же смотрю другие каналы и точно так же учусь, беру для себя что-то новое, новые точки зрения, да, новые какие-то знания, давно забытые знания или что-то другое. Я вас всех люблю. Пока-пока!